Acknowledged. Император Фредерик перешел на сторону наших врагов. Это не должно остаться безнаказанным. Мы поручаем тебе уничтожить последние остатки его войск на Аракисе. На карту поставлено все состояние дома Ордосов. Ты не подведешь нас. Ну, если половина этого состояния Ордосов достанется мне, то не подведу. Так, что он нам советует? Тренируемый во дворце лазутчик может быть полезен при разрушении вражеских строений. Да где? Он у вас пьяница долбанный. Ты хоть видел его? Хоть один раз, блин. Фух. Так, ну что, приветствую вас, дорогие интернет-зрители. С вами Скудер, канал Ни Слова об Играх. И мы продолжаем проходить Dune 2 The Battle for Arrakis. И это у нас последняя миссия за Ордосов, восьмая. Мы просто на пути к завоеванию уже этой планеты. Собственно, император вот что-то тут трепыхнулся и решил нам противостоять. Но тем хуже для него, потому что всех остальных мы уже, видите, уничтожили. Все земли наши, зеленые, ордосовские. Вот, поэтому ни Атрейдесов, ни Харконинов уже здесь нет. Биться будем против сардукаров, против войск императора, против фиолетовых. Ну, что же, погнали. Да, он вот здесь совет нам как раз дал про этого лазутчика. И лазутчик, конечно, этот никчемный. На самом деле это баг игры, скорее всего. Он должен взрывать здание, ну или по крайней мере им наносить урон. Так, опять же, последняя миссия за Ордосов. Я не помню, кто здесь как будет расположен. Блин, у нас даже до сих пор джипик нам еще дают. Какой релят он нам здесь нужен. Но, судя опять же по расположению базы, ой, мы будем, точнее, на нас будут нападать где-то вот справа и сверху, скорее всего. Так, начинаем отстройку базы. Так, что-то 2000 по-прежнему. Я думал, в последней миссии все-таки нам дадут 2500. Так. Так, в этой миссии... Так, ну у нас... Да, получается, в принципе, предыдущая миссия, она так-то была, наверное, самая сложная, потому что там все-таки было две независимых базы у врага, то есть обе были с главными заводами, да? Это Атрейдесы и Харконины, но здесь у нас будут только войска императора, поэтому две базы будут, ну, как бы, зависеть друг от друга. То есть на ней, на одной будет главный завод. Опять же, я не помню, на какой. Я... Надо будет... Наверное, в этой миссии мы все-таки произведем разведку. Потому что... Ну, потому что я ни хрена не помню. Так, давайте-ка, наверное, я не так сделаю, а вот так. Что-то я сейчас подумал. Сверху уже оба завода влупим. Рефайнери. Так, и... А, снизу. Что у нас снизу? Давайте-ка проверим. Так, 500, да? 500. Ну, можно тогда поставить танковый. И аутпост еще. Так, огромные земли нам даны, конечно же, но... Особого толку в этом нет, лучше больше спайса дали здесь. Вот правда. Я так понимаю, тут она до самого низа, что ли? Ага, вот еще спайс.
Хорошо. Так. Ага, сюда мы поставим аутпост. Хотя нет, сюда мы, наверное, поставим... Сюда мы поставим ремонтный. Его, наверное, пока еще нету. Так, аутпост, наверное, вот сюда потом. Так, да, вот у нас тут есть довольно-таки неплохие жалюзи. Жалюзи. Залежи. Спайса. Так, ладно, выше не полезем. Ой-ё, вот это я зря сделал. Сейчас будет очень сложно. Опа. Тут же прилетел Дивхенд. Так, ребята, это было очень незапланировано. Деньги нужны. Не лезьте, блин, туда. Так, понятно, то есть база здесь. И тут же они погнали в атаку. Так. Ё-моё. Надо пушки ставить. Сейчас прилетят их орнисёптеры и начнут складывать нашу базу. Достаточно быстро. Так, строим аутпост. Блин. О-о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 . Вот это да. Так, хорошо, саботаж навели. Некий. Не. Так, давай-ка еще раз шмальнем. Так, а что такое? У нас даже денег, блин, не хватило. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Сейчас, если нам разнесут второй рефайнери, то нам хана. Так, хорошо я себе, конечно, задачку создал, блин. Да твою мать, еще и промо... Сука! Если сейчас еще и танковый потеряем, то это просто трындец. А, ну собственно все. Это уже нас сложили. Денег нету, но вы держитесь. Это я затупил, конечно. Да. Ну все, здесь уже ничего не сделаешь. Без денег, да, у нас есть... Ладно. Перезапускаем. Не думал я, что там так близко, блин, база. Пошел этот разведывать, что у нас там со спайсом, и нарвался. Так, начать сначала. Ну, давайте сначала. Ну, так вот, последняя миссия. Я сказал, что она будет, возможно, не самая сложная, но начало, такого начала у нас еще не было ни разу. Соответственно, видите, мы как бы сагрили их, и они раньше времени напали, да. Еще и в такой момент, когда без денег оказался. Так, ну у них получается база сверху. Блин, а где же вторая у них база? Интересно. Вполне возможно, что у них обе базы сверху так-то. Так, ладно, та войска сюда. Отводим. Ага, ага. Будем знать, чё ж. С императором шутки плохи. Ну, ему повезло просто. Ему повезло то, что... Повезло то, что у меня в танке сидел... Пьяный водила, полез не туда, куда следует.
Ну и все. Интересненько, интересненько. Так, главное, чтобы их базы не было вот, ну, типа, где-то вот здесь, рядом, иначе сейчас начнут тоже по харвестерам шмалять. Ну, вроде харвестеры тут копали, и никто там не агрился на них, поэтому, надеюсь, будет все тип-топ. Так. Хочу в этой миссии тут стратежку одну попробовать. Новую. Провернуть. Как раз ордосы, они у нас как террористы действуют, короче. Поймете. Так. Сюда мы поставим этот ремонтный. Так, значит, они прут отсюда, сверху, вертикально практически, прям с севера. Надо продумать. Ну тогда вниз будем, да, отстраиваться, наверное. Здесь я поставлю старпорт еще, потом дворец. Тут, наверное, еще один потом рефайнери поставлю. Сейчас мы сначала бабками разживемся. Вот. Сюда аутпост поставим. Так, где вы там есть? Что мне все равно не нравится, что вы вот лезете вот самый-самый верх. Вот зачем лезть в самый верх? Копайте тут с краю, елки-палки. Так, ладно, погнали. Не будем ждать, пока они полные насобираются. Время не ждет. Я не помню, сколько тут, если даже не агрить императора, сколько времени он дает на развитие. Поэтому лучше поспешать. Так, ну вниз можно поехать, я думаю, свои-то земли разведать. Так. Танки мы пока заказывать не будем. Мы будем... Сейчас поставим ремонтный и пушки начнем сразу ставить, потому что не хотелось бы быть беззащитными перед воздухом. Кошмар какая-то, земля огромная. Что тут за базу можно отстроить? Так, ставим ремонтник. Еще у нас по электричеству пока еще есть. Так, надо пару пушек поставить, потом посмотрим. Я, может, пушки тогда вот сюда куда-то выведу, в самый верх. А, денег нету. Так, о, тут спайсик есть у нас внутри дворика. Это радует. Вроде немного, но все же. Вдруг, если что. Так, получается, у нас против ордосов император воюет с Девхендом, да? Ну, у него, как и у Харконинов, у него в дворце, короче, атомное оружие. Хорошо, конечно, он по мне так лупанул, скотина. Так, ну чё там, мужики? Опять вы, блин, наверх лезете. Так, отстраиваемся, отстраиваемся. Recording.
Так, куда нам пушечки поставить? Нам надо их как-то... Здесь целый завод. А, даже... Даже вот так, да? Сюда можно будет еще рефайнери один влупить. Так, а пушки, пушки. Так, нет, давай-ка сюда подвинься, парень. Дальше у нас тут будет старпорт. Дворец. Так. Еще по этим пока электричество есть. Можно, в принципе, пока харвестер еще один построить. Так. Сюда поставим пушечку. Тогда и куда-нибудь вот сверху воткнем еще. Так, есть, поехал. Харф. Может, ты сюда поедешь? Не, не хочешь? Ладно, давай сюда. Так, куда-нибудь с этой стороны. Блин, на угол не поставил. Бетон. А. Ладно, давай так. Ладно, пока двух пушек хватит, в принципе. И что мы делаем? Денег пока нету, поэтому ждем. Ждем. О, они уже опять по половине заполнили. Ну давайте тогда езжайте. Так, там уже с электричеством напряги. Сейчас надо тогда электричество поставить еще. Хоп-хоп-хоп. Так, вот так вот. И ля-ля-ля. Так, 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 так. Так, так, так. Не хотелось бы танковый замуровывать. А вот ремонтник, да, ремонтник надо замуровать. Да, наверное, старпорт сейчас вот сюда поставлю. Вот, как раз он практически замуруется. Блин, он вот сюда, по-моему, танки смогут выходить, да? Можно вот так сделать. Езжай-ка сюда. Заткнем дырки. Так, старпортик ставим. Хай-тек надо будет еще поставить. И потом сюда еще один рефайнери. Так, езжай на толщу. Вот так вот. Так, а сюда ты сможешь заехать? Не, не сможешь, да? Ладно. Так, что у нас тут? Ух, 540. Многовато. 700, короче, все дороже, чем... А, вот танк только. Нам предлагают танками затариваться. Нет, спасибо. Так, хорошо, уже кто-то едет. Так, как нам тут сделать? Танковый замуровывать не буду. Сейчас сделаем тогда промежуточек, наверное. Эх, не войдет сюда, да? Блин, дворец сюда не войдет. Ниже тогда его поставить. А, я его вот сюда вот тогда. То как-то вытягивать в одну сторону базу не хочется. Все-таки. Так. Нам еще хай-тек надо поставить. И... Опа! Вот они. Блин, дивхенд. Дивхенд. Куда вот попадет? О! Хорошо, промазал на этот раз. Отлично, шикарно просто. Пойдет. Так. Ага, ага. Ладно, пока его контролят. Так,
Молодец, девятка. Один выстрел и нету врагов. Так. Что нам надо? Нам надо... Короче, ставим дворец. Так, я там... Ждите-ка. Для дворца тут недостаточно. Так, ну и все, сейчас, короче, они начнут нападать по жесткой. Так, все, починил. Все, нормулики. Опа. Еще задело эту. Так, 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 так. Оп. Нормально, они мощно нападают. Так, это нам привезли подмогу, да? Еще. Ну давай уже успеем. Да, подмога, конечно, великолепная. Оо! Отлично. Так. И девиатор, да? Ну ладно, пускай он тут стоит. Да твою мать, блин! Вообще вовремя. Пендикс этот сам сюда поставился. Так. Не знаю даже, куда их деть. Нахрен эти человечки мне нужны. Так, мужики, что стоим? Давайте. Так, вы пока стоите, да? Хорошо. Воу-воу-воу-воу, с этой стороны кто-то приехал. Понятно. О, отлично. Отлично. Пойдет, пойдет. Так, теперь надо пушками заниматься. Нет, надо еще поставить. О, Труперса тоже, да? Шуруй отсюда. Так. Надо еще пушками обложиться. Скоро эти проснутся, ребята. Оп. Давай. Уничтожай. О, отлично, отлично. Так. Ого. Хорошо, она тут поработала. Так. Езжай. К своим же. Может, успеешь кого-нибудь шмальнуть? Хорошенечко. Ой, блин, кого открыла-то, мразь? Ой, блин. Так, где мои хоры? Так, где еще мои хоры? А сколько у меня харвестеров, кстати? Что за бред? Я не понял. Раз, два, три, да? А, в принципе, да, три должно быть. Эй, куда понесла? Стоямба. Иди сюда. Пока стой. Куда, блин? Вот ублюдок. А, все? А кого он еще сожрал? А, он ракетницу сожрал их, да? Хорошо. Потрудился. Мужик. Так, ладно. О, у них и соники есть, и девастаторы в этой миссии. Нифига себе. Чё не стреляем-то, мать вашу? Блин. Так. Ехали сюда.
О, ну да. Трайк сейчас это... справится с ним точно. Ох, рванул как. Так. О! Эх, блин. Так, копаете? Копаете. Воу! Так, нам надо еще хай-тек поставить, дабы их начать дергать. Нифига, правый пехотинец. Так, ты же наш. Так, хай-тек, хай-тек. Сюда его поставим. Кого-то раздавили. Так, и надо поставить еще пару электростанций. В принципе, обкладываться пушками уже. Так, ну давайте вот этого вот построим, чувачка. И... о, хорошо. Сюда надо пушку будет поставить, чтобы она назад возвращала. Оп. Полетел. Хорошо, хорошо. Угу. Так, два. А чё ты вокруг базы нашей летаешь? Это я не могу понять. Ты решил в охране, да? Погонять. Или чё, или заблудился? Так, во. Пошла война. Так, а, ну да, вот у них получается с этого края одна база. Тут, наверное, она... как бы две базы, и они срастаются, наверное. Хотя нет, слишком большое расстояние. Нормально разведал. В принципе. Короче, по углам их база разнесена, да? Получается так. Так, еще и рефайнеры хотел один поставить. Надо уже куда-нибудь нашего лазутчика отправлять. Так, там танки какие-нибудь видно вражеские? О, Катюшу видно. В защите. Давай, пробегись-ка. Чтобы у тебя польза была хоть какая-то. Сидишь там, куришь. Погнал. О, чернявый. Я говорю, алкаш местный, блин. Ща я войну разберусь, там ключ взял гаечный. Ща я эту ракетницу разберу. Так, еще одну ставим. Да блин, урод, а ты-то откуда, откуда ты взялся, сука? Второй, блин. Кто тебя открыл-то? Мы никуда не ездили, блин. Откуда он нахер взялся-то, ублюдина? Вот ты душный, а. Мразота. Так, сейчас этот отсюда вылезет. Опять у меня два харвестера остались. Ну, сожри вот этого. Че ты, урод? Ты за них, что ли? Мразота, блин. Пипец. Срань какая-то. Слово. Так, теперь что делаем? Теперь надо
линию обороны выдвигать ближе к противнику. Где там азотник? Вот он тут стоит. Сейчас ты у меня получишь, скотина. О, везут, везут. Че, его загасили, нет? Пушками. Не углядел я маленько. Так, ну-ка, сечек, едь-ка. А че его никто не везет, блин, чиниться? Что-то покосанный. Блин. Сейчас все тут законопатим пухалками. С этой стороны, чтоб сюда. О. Так. Так, ну вот как-то так. Сейчас будем смотреть, куда нам тут пухалок понаставить. Так, ну червя вроде действительно нету, да? Сдох, мразь. Ладно, копаем тогда. Что-то с деньгами-то напряг. Бам. Ну вот, две пушечки тут уже будут как бы трепать им нервы. Так, что, починился? Так, надо кого-нибудь в разведку отправить. Во-первых, надо понять... О, не добежал, что ли, до Катюши? Фу, вот урод. Либо это другая. Ну а чё от алкоголика можно ждать? Так, 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 так. Летел. Надо еще заказывать харвестер. Ну сейчас хоть от червей избавились, все. Давайте тогда будем это охрану их выкуривать. Первая, наверное, ракетница сагрится. Да-да-да-да-да, поехала. Ой-ой-ой, поехали как. Как они поехали. Эй, мимо что ли? Ну блин. Опаньки. Приплыли. Ну ты, блин, вот уродина косая. О, блин, ну это кошмар какой-то, конечно. Так, ты мне тут сейчас не попадешь, ведь, да? Второй харвестер был. А, вон он едет. Да ты попадешь или нет? Ну, попал же прям в нее. Косорылый, блин. О, есть. Ага, ну долбите своих же, ага.
Да твою мать, ты будешь попадать сегодня или нет? Ты одна вообще косая. Ой, блин. Задолбали, ублюдки. Зашибись, блин. О, нормально, задом едет. Чего ты не стреляешь-то? Всё ясно. Блин, в предыдущей миссии гораздо лучше попадали. Тут пьянь какую-то одну дали. Видать, они нажрались, что разбили и Харконинов, и Атрейдесов. Не знали, что этот еще на нас нападет. Ой, блин. Так, иди постреляй. Так, сколько у меня своих-то? Раз, два, три. Три, надо еще. Надо еще один рефайнери. Да, сейчас. Сюда хотел поставить. О, готов, да? Ну, давай. Так, кого тебе направить? Вот сюда, с краешку. Хоть какая-то польза, чтобы от тебя была, блин. То я что-то не вижу пока никакой пользы от него. Так. Вот, почесал. Он должен также делать и с, это, с заводами. Воу, нифига себе. Пушки тут страдают. Блин, они тут перегасили мне весь этот. Плиты. О, а что тут девиатор делает? А, привезли что ли еще один? Спокойно, Андротек. Нормально все. Так, и сюда поставим. Там, возможно, кстати, блин, свои же шмаляют по этим пушкам. Так. Отлично, Катюша даже доехать не успела. Даже пикнуть ничего не успела. Так, сюда. Опять снесли, блин. Бетон. Собаки. Так, где там мои девиаторы? Раз. О. Ха-ха. Нормально, своего же взорвала. Зола. Ай, хорошо попало. Оп, отступаем. Ай-яй-яй. Валим. Acknowledge.
Так, жизни у нее совсем почти не осталось. Оп. Летит. По девятору, что ли, целились? Вообще косо. Хорошо. Блин, идет, мразь. Давай-ка шмальнем в нее. Это ж это из защиты, которая, да. Давай-ка. Да ты... Косорыловка. Капец. Смотри, на пушку прям агрится. И чё, вот она стреляет, а по ней никто, да, не долбит. Зашибись. Так, ладно, иди сюда, тебя тут хоть мои пушки подкосают. Ого. Так, надо с этой стороны что-то ставить тоже. Так, это она. Защитница, блин. Так, надо Кэрил построить. О. Так, а сюда пушечку воткнуть. Оп. Ладно, пусть стоит. Когда ты уже помрешь. Смертью храбрых. Так. Прям электричества опять мало. Пушек вроде не так много поставил. Так, надо еще одну электростанцию. Так, куда бы ее воткнуть? А, вот есть местечко. И сюда еще можно. Так, мужик вообще быстро строится. Заряжается, перезаряжается. Так, ну-ка. Отъедь-ка. Воткнем еще сюда пушечку. Так. Где там их? Так, вот этот край у нас вообще не защищен, блин, пушками. Никто не загрелся. Копай пока. Thank you.
пойму. Так, есть. Еще один алкоголик построился. Давай-ка. Оу, е. Еще одна, блин, вылезла. Ай, косорылова. Так, ну все, наверное, хватит, я думаю, пушек. Так. Ой-о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 й. Бам. Сейчас взорвется, нет? Сразу давай на починку. Шуруй. Успели ее замесить. А жаль. Так. Мне интересно, где, на какой из этих баз ихних находится главный завод. Так, это что, опять перекрасило? Нет, это наш. Это наш. Девиатор я, походу, потерял. Блин, я же навел на этот. Он уехал, да, наверное? За ней куда-то. Небытие. Так, надо еще девиатор построить. На всякий пожарный. Так, что он там, сечь уничтожил? Да, судя по всему. О! Блин, а почему ты подранок такой? Почему не починился? Так, сейчик, давай-ка это... Мы, наверное, с тобой на разведку сейчас съездим. Куда ты его нахрен везешь, мразь? Я его починить хочу. Да, искусственный интеллект, конечно, иногда тупит просто по-царски. Жесть, блин. И все, да, то есть я никак не починю ее. Сейчас она ее опять сюда, блин, отвезет. Ой, блин, твою мать, какая же ты тупорылая. Главная база где-то вот здесь. Давай, мужик. Короче, главная база где-то вот здесь у них. А, вот она, вот она, вот она. Да, наверху. Хорошо. Неплохо, неплохо. Нихера у них тут Катюш, ё-моё. Так, ну да, тут получается чисто две базы в самых углах. Разнесли по углам ее. Так, интересненько, интересненько. Сейчас что мы берем, короче, где наш девиатор? Надо с охраной разобраться сначала. Так, то все по-прежнему. Ой, блин.
какой-то диагноз, это, блин, не лечится. Так, ну сейчас этому хана идет. Чё ты сюда приехал, блин? Дурочно. Сюда вот езжай. Вот. Тут копай. Все, нормуль. Отбились. Так, блин. Катюша там где-то стоит. Ты чё, блин, охерел? Раз сразу по моему девятору давай долбить. Людки только высадились уже. Огрызаются. На базу иди, вон там пушек много. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чё, не попало? Эх. Да, блин, едь ты! Так, ну, вроде оторвались. Хотел я Девастатора уничтожить. Ой, поехали, поехали. Всей ватагой. И деревней. Куда ты поехал? Вот куда? Ё-моё, ну и ценничек у ваших, Катюш, однако. Херень. Так, две. Ну давай, три. Ай. Только не в рефайнере его, хорошо? Неси как с этим, с конвестером. Как его починить теперь? Эх, был бы у меня Dev Hand. Сейчас бы как шмальнул туда по их главному. И промазал, естественно. Катюша, блин, спряталась. Где-то тут в углу, походу, сам стоит. Так, о, поехала, поехала. Куда поехала? О, блин! Понял. Блин, да, Харвестер это, конечно, жесть. Настолько они тупорылые. Так, ладно, это наш шанс. Да, блин, не надо мне в завод. Где там эта Катюша ссаная? Во. Блин, она под ранок уже. Ой, ее сейчас замочат. И что этот придурок будет делать? Ты тупо стоять тогда будешь? Или что? Куда вот он побежал сейчас? Ну теперь от этого алкоголика можно что угодно ждать. Хорошо, что он в мои танки не стал запрыгивать. И что, вот куда он? Ого! Как ты в него попала? Да, этот просто сдох. Просто взял и сдох.
на этой базе, интересно, есть главный? По идее, не должно быть, потому что с одной фракцией воюем. Поэтому как бы, ну... Зачем им второй завод главный, да? Так-то. Так, что там, где бабки-то? Раз, два, три. Ой, как они, блин, толпят-то по своим, ой, блин. Вообще красавцы. Охрану их долбаную выкурить оттуда. Что, как бы они охрану-то не восстанавливают. И это, с одной стороны, хорошо. Достаточно один раз ее завалить. И все. Так, сейчас подождем. Сейчас должна Катюша сагриться. Где-то она тут в тумане войны вот сидит. Подняться. Сейчас уже и девастатор сагрится тогда. Так, а девиатор со мной поехал? Хрен, не поехал. Так, тихо. О-о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 -
Его статор там не согрелся. Ну-ка, давай-ка его перекрасим. По-быренькому. О, вижу, деньги, деньги появились. Ай, блин, ну шо ж ты такая косая-то, а? Очень косая. Очень косая. Так, ладно, сейчас мы его тогда тут, если что, сейджем и встретим. Ну давай сейчас попробую, пока он не доехал. А, блин. Толку у тебя, блин. Все, что ли? Так, задумался. Стоит ехать назад или нет? Не, не задумался. Понял, что что-то не то. Сваливай, сваливай, мать твою. Где девятка? Ну, может, ты с какой там, блин, пятой уже попытки попадешь, не? Ну, давай. Acknowledge. Recording. Acknowledge. Recording. Yeah.
Так, куда? Сейчас будем базу восстанавливать, блин. Вообще непонятно, куда он попал. Ну, явно мимо. Ничего вообще не взорвал. Может, он по своей базе? Так, ладно. Хорошечно. Хорошечно. Так, хорошо, охрану там поснимали. Пойдет. Что мы делаем? USB. USB-шечку сейчас построим. 3.0. Так, езжай сюда. Теперь это поле спайса наше. Кто его не трогал? Так, где там тачка? На прокачку. Сейчас сюда, что ли, с краю попал. Дефендом своим. Так. Да, капец, играл, прям чувствуется, тормозит вообще по жестко. Смотрите-ка, ветеран вообще, он с самого первого этого стоит здесь. Так, 2800, деньги начинают прибавляются, продолжаю. Ух ты! Зенитки дешевые, надо, блин, пользоваться в два раза дешевле. На все, на все бабки, что есть. На все нам не позволят набрать, потому что сейчас, наверное, скажут, все, хватит. На складе кончились. Не, еще есть, смотри-ка. Ху-ху-ху. Я одними зенитками их сейчас разнесу. Все, да? Ага. Нормально, там штук 6 заказал. О! Идиот. Так, Катюша едет, но это по идее в атаку она едет, да. Так, что у нас тут? А, о, надо, короче, попробовать его выкурить вот эти вот заразы. Давай-ка, послужи отечеству. И что я хотел? Так. Ой, блин, ну чё, вот специально, сука, их отвел, блин, в самый край, чтоб ни на кого не агрились. Нет, блин, все равно за это самое. Сука, тупорылый, капец, блин. Да, блин, выше поднимись. Так. Так, электричества нету, да? Не, электричество есть, в принципе. Так, сюда ходим. Сейчас начнут сюда агриться, блин. Все, кому не лень. Так, что тут построилось?
неплохо здесь пушки. О, есть, взорвал, молодец. Пушки не стреляют по пушкам, по зданиям. Это, ну, как это называется, ванильная версия, да? Опа, 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 опа. Пушка уже достреливает, да? Не стреляют и все. Так, куда ты? Сейчас тут обложимся пухалками. Так, надо здесь рефайнери построить. Чтобы их спайса там. Ох ты, да ладно тебе! Лимит на заводы уже достиг. Это у меня такая огромная база. Ну, в принципе, у них тоже две больших базы. Офигеть. Ну, слушайте, это хорошо. Сейчас будем потихоньку взрывать у них заводы. И тут же ставить свои. Они, даже если у них не сломан будет этот... главный завод, они все равно не смогут строить. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Так, где там мои катюшки? Надо тогда сразу заказывать. Опа. Понятно. Вообще все заводы исчезли. Нормально. Так, а ты стреляешь, я не понимаю? Нет, да. Бум-бум. Сейчас только у них взорвется пушка, у нас появится возможность построить завод. Все, заказываем, и у них тогда такой возможности не будет. Перехватывать будем, короче. Вот. Так, алкаш что, строится? Так, в принципе, продолжаем туда строить тут. Воу, у нас сколько? 6 ракетниц. Ух, ё-моё. Вот это мощь. Так, что там? О, видите, девастатор сейчас не успеет никуда доехать, его уже завалят на своей же базе. Ну, хоть так, тоже нормально. Так, давайте, давайте, давайте. Почти хана пушки уже. Блин, ну тут проехал все-таки. Как он грамотно встал между двух пушек. Ну, давайте уже. Так, давайте, наверное, сейджами поможем. Что-то справляются. О, есть, есть, есть. Заказываем тут же зака. В смысле? Что за хрень? Должно быть, должно, должно. Как так? По идее, должен сняться этот лимит. Я ж так делал, я помню. Очень странно. Так, ну и ладно. Или надо именно завод взорвать. Я что-то запамятовал. Так, что там, где мои руки? Блин, одна приехала. Остальные тут остались, да? Ой, блин, какие же вы тупорылые-то, а? Просто жесть. Насколько вы, блин, тупорылые. Так, это кто? О, выехала, выехала, блин. Так, все. Задолбили. Так, ну а сейчас-то появился завод. Да, да, вот, видите. Все, строим пушку. Все. Видите, они не смогут восстановиться. Так, надо уничтожать их чертовы этот палас, который дворец. Так. Acknowledge.
Так, не достреливаешь, что ли? Стрёмно. Так, вот она, основная ударная сила приехала. Вы не меня больше не душнили своим девхендом. Короче, вот, видите, мы как настоящие террористы в этой миссии действуем. Так, куда поехала? Сейчас тебя пушка там достанет. Давай вот сюда вот. Хорошо. Все. Все. Великолепно. Шикардос. Так. Сейчас еще куда-нибудь пушку влупим. Ах ты, блин, вот уроды пушку восстановили. Что, не взорвали, что ли? Ё-моё. Есть. Так, не стреляешь? Ох, серьезно. Сейчас мы куда-нибудь сюда прям пушечек понаставим. Во. Правда, они ее могут снести. Тогда уже. О, теперь все. Основная их ударная сила сюда сейчас пойдет. Он уже десант сюда высаживают, блин. Капец. Надо здесь танковый ставить. И тоже сюда производство переносить. Ближе, короче, засунул. Главное, чтобы ракетница ниоткуда не вылезла. Так, во, хорошо. Давай, убивай ее. Ох, блин. Так, раздолбать этого. Уничтожить. Наглую мразь. Так, живая? Живая. Давай. А, она пульками, блин, стреляет. Так, что у нас там еще теперь есть? Танковый дальше на очереди. Ломаем эту. Ай, блин, да ладно вам. А нельзя же было. Ой-ой-ой, хорошо попал. О, вовремя. Главную мне уничтожили. Молодцы. Я остался без радара. И без главной. Так, ладно. И танки нельзя строить, да, больше? Зашибись. Шикарно. Ладно, сейчас надо электричество хотя бы восстановить. Блин, я думал, они не восстановят. Я знал, что если они палос поставят, то сразу же пульнут по мне, но... Так, кто там нафиг стреляет? Ладно, сейчас мы уничтожим их завод строительный, и все. На этом будет покончено с этим. Еще взорвалось. Что-то у меня еще взорвали. Да, сука, блин, опять промазал. Да что ты будешь делать? Блин? Прям в центр попали.
Че? А, пушку, наверное, взорвали какую-то. Что я тут уже не следил ни зачем. Че взорвалось-то? А, да, пушку. Точно. Все. Воу. Кошмар, как игра тормозит, просто жесть. Чем хорошо вот в Дюнку играть в Миднафине, там они ее подразогнали, сам этот разогнанный эмулятор, и там... Так, опа, уничтожали мои танки. Так, надо еще главную поставить, на всякий случай. Так, что тут происходит? Что-то взорвали. Пушку. Давайте главное уничтожайте. Так, они опять палас взорвали. Блин, сейчас если еще раз они построят палас, то, блин, тут же полетит у нас еще одна ракета. Это, конечно, дисбалансная хрень, что можно самому сносить свой палас, играя, например, за Харконинов, да? И просто, блин, стрельнул дивхендом, снес сам же. Потом бац. Так, они уже вообще все здесь. Так, куда нам ее поставить? Главную базу. С краю где-нибудь воткнуть. Давай вот сюда. Хотя нет, они отсюда прут, да? Давай тогда спрячем сюда. Так, что-то там еще снесли. Пойдет. Пушку сносите. Куда она? Фига у нее дальнобойность. Иногда глючит, конечно. Короче, Сейджи вообще не участвует сегодня в празднике жизни. Чисто Катюша. Так, Соник где-то появился. Соники, кстати, вообще редко очень ездили. Ай-яй-яй, что-то нехорошо. О! Можно, да, строить? Так, сейчас надо дырку заткнуть. Так, надо тут пушки ставить. Потому что сейчас направление их атаки изменилось. Сейчас с той базы прут. Так, ага. Так, а сюда электростанцию воткнуть. Так, ну чё, вот тут взорвали? Хреново. Так, оп, так я сейчас шмалять начну. Всё, готовщика, отлично. Так, надо кого-нибудь на разведку послать. Так, электростанцию ставим. Что у нас тут, во-первых? Черта нету, да? О, у них там еще, значит, завод остался.
танковый. Так, где там Сейджи? Пора в разведочку, пацаны. Так, еще сверху едут, надо добивать эту базу, заколебала на меня. Так, и надо еще электричество. Так, ну что там? Давай-ка сюда проедемся. Посмотрим, что у нас тут. Где-то танковый должен быть. Ух ты, ё-моё. Так, давайте-ка сначала аутпост, чтобы они крупную технику не могли строить. Так, там по Сейджу уже пушка, да, стреляет? Ага, она Сейджу. Давай-давай-давай-давай. Давайте, родные. О, хорошо. Ух ты. Замечательно. А чё Сейджа? А, его увезли. На починку? Надеюсь. Так, так, ну все, от верхней базы ничего не осталось. Сейчас денег их лишим еще. И все. А, вот Сейдж. А, его назад вернули, починили. Во, видите, как хорошо. Так, чудо там, что на базе там происходит? Ё-моё! Вот это да! Зашибись! Ну что значит, блин, оставил базу без присмотра? Так, кого тут? Катюшу эту сраную еще подорвать. Давай, алкаш. Прям заработала у них эта база. А слушайте, если на этой базе нет аутпоста, то они сейчас ничего не смогут, кроме человечков, строить трайков и квадов. Все. Правда, вот Соник едет. Может, это они с охраны сняли. Видите, как человечки пошли просто отрядами. Походу, да, они остались без этого. Так, ладно, я тогда не буду строить. Там восстанавливать рефайнеры. Я его вот здесь поставлю. Ой, ё-моё. Походу тут ракетница шмаляла. О, достреливаю, достреливаю до Соника. Так. Передислоцируемся, пацаны. Основной удар у них теперь здесь.
еще все. Осталось пушечку добить. Ой-ой-ой, достреливают. Что за фигня? Как так? Все. Все, отлично. Вроде бы все. Может, еще спайс какой-нибудь тут стоит. Может, и его нет. О, охранничек. Сейч. Ладно, езжай, там тебя встретят. Так, ладно, там уже у них вторая база начинается. Тут уже Катюша вон поехала. С охраной, если алкаш ее не взорвал. Так. Хорошо. Ну, мы тогда отсюда и начнем. Так. Оп. Так, где у нас тут наши плиты еще? Сейчас я там поставлю на самом краю танковый. Хотя нет, танков у меня полно. Танковый, наверное, я даже ставить не буду. Я там поставлю этот чинительный завод. И все. И мы оттуда поедем. Так, что там, Base Under Attack? Где? Вот откуда они нахрен тут взялись? Сверху приехали. Или их высадили просто? Надеюсь, что высадили. Потому что три базы тут не может быть. Воу. Представляете, если бы пушки еще стреляли по заводам, как это вот сделали в хаке Дюны, то вообще было бы супер. Вот я сейчас их базу как бы, да, застроил, по сути, своими этими пушками. Но они стреляли только по технике, а так бы они всю базу разнесли им просто. Я бы им разнес зенитками своими. Мне нравится, что в хаке сделали, что зенитные пушки вот эти, они стреляют по всему вражескому, не только по, блин, технике. Ладно, так обойдем. Не хотите здесь? Не беда. Так, надо посносить вот эти бетонные плиты, потому что они мешаться будут. Ну ты стреляешь, блин. Так, есть. Так, хорошо. Сейчас у нас тут как раз площадочка для строительства образовалась. Смотрите, как тут совсем недалеко до их базы, во. И все.
Плохо, что на вражеских плитах нельзя строить. Как бы минус, конечно. Так, ну все. Что у нас по электричеству? Нормально. Ставим сейчас ремонтный. Все войска я свои отремонтирую, которые у меня есть. И пойдем на них в атаку. Тя, ребята. Одиноки. Воу-воу-воу. Это тоже высадка, да, получается, десанта. Достали. Так, что тут у нас? Два сейджа. Мужики, давайте сюда. Так, ну надо будет здесь пару пушек поставить. Для защиты. Так, вот так вот его тогда поставим. Давайте, мужики, сюда. Так, ты живой, ты живой. Подранок. Так, что у нас тут? Катюшка. Хорошечно. Так. Электростанцию бы еще одну поставить. Ну и пару пушек. Живой, живой. Давай, чиниться. Так, куда тут? Сюда вот трынь. Шикардосики просто. Просто великолепно. Так, вот приехали два моих еще тяжеловеса. Так, все. Наверное, танковый все-таки стоит сюда поставить, я думаю. Теперь что, переключились сюда, что ли? О, ладно, надо тогда сюда еще пушек поставить, я понял. Мы теперь на этот завод перефокусировались. О, ё-моё! Да ладно тебе. Еще эта херня прилетела. Так, куда здесь можно танковый фигурить? А, не, вот сюда поставим, вот. А, блин, сюда не поставишь, что ли? Капец. Так, ладно, тогда здесь. Так. Один танк все достроить можно. Так, еще, ребята, погнали. Наверное. Оп.
Сейчас мы тогда сверху зайдем вот сюда. Там как раз у них не защищено ни хрена. Так. Какой хруст приятный. Так, надеюсь, они танк его не разнесут, он у меня тут как-то так незащищенно стоит. Ну ладно. Так. Видимо, у них еще один аутпост есть, потому что они все-таки крупную технику строят. Ну, было бы, да, странно, что две базы и всего один аутпост. Так. Ну что, начинаем сносить. Да ладно тебе, вот уродина, а. Что-то мне кажется, это тоже баг. То они, блин, не стреляют вообще, к ним вплотную подъезжаешь, то лупят, блин, через пол карты. Как так? Заберет? Успел, успел. Блин, вот скотина. Продолжает иначе. А, ублюдина. Сучара. Ой, ё-моё, капец, через пол карты херачит, блин. Мразь. Все, не стреляет. Так, чё у меня, можно заказать тут еще катюшек? Капец, ублюдки. Есть. Одну? Серьезно? Так, алкоголик готов. А, тут танков-то не осталось, блин. Куда его посылать? Тут хотя бы пушки мог бы взрывать. Тут даже мент говорит, типа, о! У нас есть кем взрывать. А, реально. О, отлично. Успели спасти троих. Прекрасно. Да ты чё, сука, а? Как она так стреляет далеко? Мразота. Зашибись, с Кэриалом просто вместе взорвала. Когда они вверх стреляют, эти пушки, по-моему, это баг какой-то. Не вверх, когда вот, ну, направлены, да, они стреляют гораздо дальше, чем когда ты снизу нападаешь. Вот я на предыдущую базу, блин, нападал. Ни одна не трепыхнулась, блин. Блин, да какого ж хера-то, а? Чё, сука, происходит такое, а? О, достреливает. Фига себе. Так, чё, ладно, мужики, нападаем, наверное. Блин, тут пушек, конечно, до хера. Ой. А куда, чё? Блин, забрали. О, сама сейчас будет стрелять.
Так, ну вот надо, ты будешь, конечно, долго долбить ее. Очень долго. Танки прут. Отводим подранка. Заводы. Блин, где у вас статус выехал? Где у них аутпост? Ах, сейч, сейч. О, сразу столько танков вывели. Нету и танкового, отлично. Так. Все стреляют. Так, надо кого-то этих завалить, парней. Да, вот он, аутпост был. Так. Блин, одного только смогли спасти, что ли? Так, не-не-не-не, стреляйте по танкам. Она, наверное, часть сюда возила, да? Или нет? Нет. Охрана только. Ух ты, блин, снесли мой. Все-таки. Вот сволочи. Ладно.
Все, один заводишка остался. Сан. Хай-тек. Ух, да. Блин, я думал, быстрее эта миссия пройдет. Ну, видите, я хотел еще стратку вот эту попробовать. С отстройкой базы прямо у них под носом. По сути, на их же базе. Вот, поэтому, собственно, еще так, ну, дольше получилось. Ну, зато проверил, прикольно, работает. Вот, говорю, было бы еще интересней, если бы пушки еще шмаляли по заводам, по ихним. Прям разнес бы вообще в клочья просто. Быстрее бы гораздо. Ну что же, вот, собственно, мы и завоевали Аракис. Ордосы непобедимые. Хотя нет, одну мы каточку все-таки проиграли. Но это из-за пьяного водилы, но тем не менее. Победа! Киношка. Ну че ты, блин? Что ж, картель доволен твоими успехами. Еще бы, блин. Я теперь вообще главнокомандующий. Так что тебе надо меня бояться. Единолично владея планетой, мы сможем получать сверхприбыли. Ну так, столько песка, столько червей. Так, по сути, спайс-то это их какашки. Давняя мечта дома Ордосов о безраздельном экономическом господстве наконец-то стала реальностью. Да, невероятная мощь. Час 32. Ну, в принципе, я думал дольше, кстати. А, ну да, у нас же был перезапуск миссии. Там минут 10 ушло на это. 51 тысячу, они тоже нехило наколупали, 37, почти 38, уничтожено войск, 197, они у меня 25 уничтожили, ну в принципе не так много, я думал больше полегло, и то это в последней вот атаке уже, когда я на рожон пошел сейджами на пушке, так бы конечно поменьше было бы. Уничтожено строение, 35, у меня 5 взорвали, ну тоже да, потому что у меня по сути было 2 базы. Ну и Дев Хэнд, как бы тут от него никуда не денешься, не защитишься, если он попадет. Конечно, один раз они хорошо попали, так по мне, да? Если бы не вторая база, было бы сложнее. Так, ну что же. Вот и все. Да. Непонятно, правда, почему планета в зеленый цвет перекрасилась. Ну, понятно, это так, типа, метафорически. Планета-то как была песчаной, так и должна остаться. Что там, девиаторы всю планету запуляли? Или они, пока я бился здесь на дюне, они построили мега-девиатор такой. И просто он сюда из космоса прилетел, шмальнул в планету, и она вся перекрасилась. Зеленый цвет. Ну вот. Такова дюнка. Ну, это за Ордосов, понятно. В принципе, я хочу пройти за все дома. Вот, может, не сразу. О, смотрите-ка, Фрэнк Клипаки, вон, Клипацкий. Он же будет писать темы и для последующих их игр. О, слушайте. Рэпчик такой. Enemy. Прикольно замутили. Короче, да, Фрэнк Клипаки, это же будет у Вествуда такой их прям композитор, который сочинит много музыки прикольной очень еще и для CNC, ну, Command & Conquer и Red Alert. Так что да, он начал с ними, с Дюны, и музыка здесь шикарная. Молодец. Надеюсь, что вам было так же приятно играть в эту игру, как нам и переводить ее. Большое вам спасибо. Да, молодцы переводчики тоже. Хотя тут немного переводить текста-то. В каждой миссии там по 2-3 фразы. Ну что, все, на этом тогда прощаемся. Такова была Дюна за Ордосов. Надеюсь, что вам понравилось это прохождение. Ставьте лайкосики, пишите в комментариях, что думаете. Вот, делитесь как-то своими там воспоминаниями, как вы проходили игру,
кто у вас любимый отряд, вот, как играли. За другие дома попытаемся чуть по-другому, как я уже говорил, играть, то есть где-то за тридесов будем там захватывать больше, вот, вражеских заводов имеется в виду, ну а за Харконинов пожескочу всех чисто вырезать там вообще. Не, за Харконинов не буду жалеть свои юниты, потому что Харконинам плевать на своих, вот, просто будем громить, крушить, вот, как-то так. Ну все, с вами был, как всегда, Скудер, канал Ни Слова об Играх. Увидимся тогда с вами в следующих прохождениях, в следующих видео. Ну а Дюнку я продолжу проходить, но немножечко погодя, скорее всего. Вот. Все, всем пока-пока и до встречи. Yes, sir.